Ребята, всем доброго времени суток, с вами Полина и игра Tekken 7. В прошлом видео, аркадный бой, я проходила Эдди, парнем из джунглей, в кожаных штанах и сшитого из шкуры пиджака. Эдди у меня последний среди вот этих всех персонажей. А ситуацию с Акумой и Цыганом я вам объясняла в прошлом видео, поэтому я не хочу, наверное, сейчас играть никем больше из этих ребят. Ну, может быть, Цыганом я бы еще и могла сыграть, но вот Акумой я точно не хочу играть. Давайте, наверное, посмотрим, кто у нас тут. Вот консервной банкой или человеком с головой зверя я точно, наверное, играть не хочу. О, давайте готовым солдатом сыграем. Мяу! Сергей Драгонов. Сергей Драгонов. Get ready for the next battle. Обожаю, когда американцы или англичане или кто угодно пытаются произносить русские фамилии, и именно это просто ржать. Все еще не могу прийти в себя после миссис Хрущева. Это вообще все, я тебя заметил, чувак. А вот я и сделаю так, что ты уберешься. Не смотри на меня так. Так, а что я умею? Ого, ого, как я крут. Не, ладно, с Клаудио сражаться едва ли не одно удовольствие. Ну, он такой простенький враг, ничего. Боже, я упала. Ай, больно, блин. Моя спина. Ну, отошел от меня. Ау, я тоже упаду, пожалуй, вместе с тобой. Хочешь, упаду вместе с тобой? Да что со мной происходит? Ноги не держат, блин. Я слишком старый, год, солдат. Эй, Клаудио, блин, я хочу вот так вот, мяу, боже, сделать. Сделала и не пожалела. Ай, Клаудио, блин, ну угомонись ты. Достал ты меня. Да, я покажу, как я клёво умею. Так, а что насчет обнимашек? Ши, Клаудио, гадкий. Клаудио, успокойся, видишь, я руками вот так вот делаю. Говорю тебе, успокойся. Мяу. А что насчет обнимашек, я так и не узнала. Блин, кулак болит после такого. Я неразговорчивый, да. И ничего страшного, что мой хвост проходит сквозь мой воротник высокий. Это абсолютно не важно. А если вы спросите у меня, почему так, то я вам не отвечу, потому что я неразговорчивый, чувак. Боже, опять этим кулаком нужно кого-то избить. Тебя? Хочешь? Ладно. Что смешного? Что смешного? Ау! Что смешного в том, что я тебя и забью сейчас? А все-таки, что насчет обнимашек? Короче говоря, Драгунов обниматься не хочет. Вот ведь солдаты, бесчувственные создания. Ау! Ну уж нет, не-не-не, так, все, ты нарвалась. Дай-ка подумай, что с тобой сделать. Драгунов, ты вообще разговариваешь? Чего? А, это что было? У него что, связок, что ли, голосовых нету? Нифига себе. Серьезное заявление. Ау! Боже, как это? Бедный Драгунов, я... Мне бы и в голову не пришло, что у него, у бедняжки, оказывается, связок нет. Ай, по лицу больно. Ау! Нифига себе, он прикольный, клевый, крутой. Да-да, доведу тебя до отчаяния. Рогатая. Жесть. Или у него языка нет? Наверное, все то время, что рогатая спала тысячу лет, или сколько там ей ее муж изменял. А впрочем, мужья столько не живут. А может быть, мужья вампиры и живут, я не знаю, но в общем, так или иначе. Дайте-ка подумать. Ты хочешь выщипать мои брови? Смотри, какие они тонкие, клевые. Будешь моим личным выщипывальщиком бровей. Мяу! Блин, жесть. Офигеть, ну Драгунов, конечно, удивил, так удивил. Ай, да хватит падать, блин, больно. Лови меня, кому говорят. Вот, правильно, так лови, спасибо. А то ты знаешь, мне... Ай, старость, не радость, блин. Да ё-моё! Больно вот так вот падать, как ты не понимаешь этого? Ау! Сама себя ранит, да я какой-то, блин, мазохист.
Тоже больно, да, неприятно. Вот и мне Гигас очень неприятно. Ай, да я... Блин, ты что творишь? У меня и так языка нету, сейчас еще и детей не будет, ну ё-моё. Ай, по прессу прием. Ну все, готовься к тому, что я тебе ногу сломаю. Ай, что случилось только что? Мяу. А Драгунов неплохо так дерется ногами. Ну, всяко лучше, чем у Акума. Окей, оу, нокаут. Хе-хе-хе-хе, победил очередного врага. Втайне радуется Драгунов. Жесть. Блин, ну и ну. Да, но только я не разговариваю, поэтому беседы у нас не получится. Ты владеешь языком немых? Нет? Язык жестов? Нет? Ну, тогда нам с тобой нечего говорить, старик. Давай подеремся. Интересно, что случилось с Драгуном? А ты-то так не умеешь, а я умею. Ай, ты вот как умеешь. Блин, я тоже старик, не трожь меня. Кия, слышал? Ай, в пресс, боже, ты мне шею сломаешь. Ты чё творишь, блин? Ну все. Так, дай-ка подумай, что с тобой сделать можно. А вот тебе и Саид, ты у меня договоришься, я за тебя сейчас тоже вырву. Боже, он как зомби. Жесть. Что это такое? Он пугает? Пипец. Ай, Саид одумался, блин, опомнился. Эу. Дай к тебе подпрыгну, чтоб ты мне навалял. Да блин, старик, я же шучу. Да блин, ну ты приколист, старик. Да, я так клево сделаю снова. Мяу, правда же? Ау, а я вот так еще. А, я падаю, умираю. Но все. Ешь, он сказал. Боже, реально как зомби. Блин, если честно, будь я на месте Хэйхати, я бы здорово перепугалась. Это конец. Ау, я постепенно сломаю твои кости. Очень болезненно. Боже. А Драгун овселен, по нему прямо не скажешь. Год-год, а он прям такой садюга, его захист в голове не укладывается. Жесть. А что если он сам себе язык вырезал? Блин, жесть. Черт, он внушает страх. Реально как зомби рычит. Жесть. Я умру в любом случае, хватит уже стебаться тут надо мной. А вот так ты не хочешь, дай-ка я тебе кости вставлю, чтоб на своих местах были. О боже, я слышу хруст костей, жесть. У него вот это очень клевая атака, и все, можно лишь ею одной пользоваться и больше никакими. Ай, наваляла мне по лицу, старушка. Так ведь я тоже из ваших, из стариков, ну. Он смеется еще. Боже! Прям по голове ударил. Ой, старушка. Ой, старушка. Ну ты у меня сейчас, блин, допрыгаешься. Сломаю тебе все кости, подумал Драгунов. Блин, жесть, он реально как зомби. Может он правда зомби, а? Какой ты искусственный. Нет, ты у меня подниматься не будешь, старушка. Будешь лежать. Всегда лежи. Ну, отошла. Ой, я падаю. Ноги, блин, не держат. Ну, дай тебя между ног зажму. Как зажму, так и не встанешь больше никогда в своей жизни. Чего? Сейчас она превратится, я уже знаю наперед. И у меня, если я проиграю, не останется шансов снова с ней подраться с демоницей. Придется все заново начинать весь бой. Оба раунда. Это вообще ни в какие ворота. Я так не хочу. Смотри, как я клево умею кататься. Даже моя шапочка с моей головы не падает. Клево, правда? А ты так не умеешь. Ах ты! Тебе не понравилось, как я тебя между ног, что ли, зажимаю? Но это же клево. Все так хотят. Ах ты, блин, я ж лежала, ну. А ну подойди, старушка. Ладно, можно и так. Я, в принципе, не против.
Ты тоже видишь этих тигров? Ты тоже видишь, как они катаются? Клево, правда? Давай еще я зажму себя. Боже! Блин, ну это суровая атака. Он сразу столько здоровья сносит. Все, старушка. На все. Тебе конец. Я хоть и молчаливый, но драчун тот еще. Съела! Боже. Черт, он реально пугает, пипец. Что за дела? Молчаливый, угрюмый солдат. Просто машина по убийству людей. Жесть. Ну и ну. Я такого не ожидала от Драгунова. Впрочем, я вообще от него ничего не ожидала, потому что я его не знаю. Но все-таки. Я, в общем, просто в шоке. Так, ну все, ребята, давайте будем прощаться. Драгунов удивил, так удивил, сказать нечего. Я довольна, что им поиграла. Он хоть и кажется на первый взгляд слабеньким, но у него есть классные атаки. Вот хотя бы вот это, когда пытаешься людям кости вправить. И они хрустят при этом очень. В общем, здоровские атаки, но то, что у него то ли языка нету, то ли голосовых связок, это все просто бедный. Мне его жаль. Ну а все, давайте будем прощаться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх, если вам это видео понравилось. Всем всего хорошего и пока.